Что такое префронтальная кора? Префронтальная кора – это наша способность заглядывать в будущее. У детей плохо развита префронтальная кора, они не могут видеть будущего. Когда вам нужно было выбирать, в какой институт идти, что было с вашей префронтальной корой? Она находилась в дефекте. Да, вот. И вы пошли в институт и убили то время, когда можно было включить кору. И она включилась как раз по окончании института. В диплом и префронталка включается. Закончились процессы меланизации. И вы представили себе свое будущее. И вам похорошело, так сказать. Значит, наша префронтальная кора создана для того, чтобы забегать вперед в будущее.